В Малайзии правящая коалиция «Национальный фронт» под руководством премьер-министра Раджиба Разака одержала победу на парламентских выборах, получив 133 мандата в 222-местном парламенте. Несмотря на формальный успех, межпартийный союз показал худший результат за всю историю. «Национальный фронт» правит в Малайзии уже более полувека, с самого момента обретения страной независимости. Местные политологи объясняют это в частности тем, что этнические китайцы, составляющие около четверти населения страны, все больше переходят на сторону оппозиции, которая, естественно, усилила свое присутствие в парламенте. Это несмотря на довольно устойчивую экономику и масштабные социальные программы, предпринимаемые кабинетом. Причины потери популярности правящей коалиции эксперты видят в растущей коррупции и усилении межэтнических трений, так как политика Национального фронта направлена в первую очередь на поддержку малайского большинства.